27 сентября 2014 года премьер-министр Индии Нарендра Моди на Генеральной Ассамблее ООН предложил праздновать Международный день йоги. Я с огромным удовольствием приветствую премьер-министра Республики Индия, его превосходительство Нарендра Моди. Сегодня я хотел бы обратить ваше внимание на другой вопрос. Когда мы обсуждаем изменение климата, когда мы говорим о комплексном здравоохранении, о единении с природой, о возрасте к основам, я хочу сказать что-то особенное об этом отношении. Йога — наш древний, традиционный и бесценный подарок. Йога символизирует баланс тела и разума, Давайте положим начало этому направлению празднованием Международного дня йоги. The origins of yoga can be found over 5,000 years ago in the Indus Saraswati Valley. Археологи обнаружили резьбу и другие артефакты, похожими на йогу упражнениями, позами и поклонами, похожими на обнаруженные позже в изображениях Пашупати, Рудры и Бога Шивы. Слово «йога» пришло из санскрита и стало популярным в ведический период, примерно 1000 год до нашей эры. Корень слова «юдж» означает «соединять», выравнивать to align, или держать. Йога была хорошо известна по всей Индии и начала появляться в ведических текстах, особенно в Упанишадах, а также в учениях буддизма и джайнизма того времени. Упанишады называют четыре типа практик йоги – мантра или повторение священных звуков, Лая, или соединение с высшим разумом, хатха, хата, выстраивание каналов внутренних энергий и раджа-йога, которая также известна как пхьяна или аштанга-йога. Во втором столетии до нашей эры учения йоги были систематизированы в письменном виде в йога-сутре под авторством Патанджали. Now yoga is explained. Yoga is the stilling of the modifications of the mind stuff, so the seer can see their true and original selves. According to Patanjali, the purpose of yoga is to overcome the attachments to the physical world in order to realize one's true consciousness. According to the Taittiriya Upanishad, the human being is made up of five layers or koshas that act in unison. When the koshas are out of balance, they lead to disease, disharmony, and suffering. Когда же они объединяются благодаря йоге, они дают состояние полного здоровья, медитативного ума и наслаждения. Для выравнивания кош и восстановления гармонии Патанджали рекомендует систему для йогов, которая называется Аштанга, или «Путь восьми ступеней». За долгую историю Индии, йога была частью каждодневной жизни. И в большинстве религий и философий практики йоги применялись в ритуалах и различных действиях. В Средние века два великих учителя возродили практики йоги. In the 8th century, Adi Shankara brought the Upanishads and Yoga back into popular consciousness, and Gorakshanath of the Nath Sampradaya brought about the revival of Hatha Yoga at around the same time.
В Индии целебная сила йоги была известна многие тысячелетия. И вместе с Аюрведой была важной частью здравоохранения Индии для профилактики заболеваний, продвижения высшего состояния сознания и управления своим здоровьем для обеспечения свободы практикующих. Занятия йогой дают ощущение баланса, хорошее самочувствие, счастье и свободу жить полной жизнью. Поскольку все больше людей в мире начинают заниматься йогой, мы видим начало глобального изменения сознания, ведущего к более сбалансированной и гармоничной планете. Люди, занимающиеся йогой, становятся более сознательными потребителями, улучшают свои качества и заботятся о природе. Это сила йоги, которая может пойти на пользу всему миру. 11 декабря 2014 года ООН приняла резолюцию о назначении 21 июня Международным днем йоги. Эту резолюцию поддержали 177 стран. Это рекорд в истории ООН.